Добрый день. Православная церковь Святой Иван бесплатно раздает. Крупную свитку. По благословению патриарха Кирилла. Видите, какой? Возьмите. Это лучшее лекарство для души вашей. Там для тела в аптеке, а это для души для вашей. Вам одного хватит? Хватит. Хватит? А подруги, может, какие-то есть пожилые? Я могу еще дать. Это она бесплатно раздает. Все, Бог помощь вам. Такая же больная. Ага. Читайте ей тоже Слово Божие. Спаси Христос вас, душу вашу. Нам же еще идти надо, снимки делать. Должно спросить за душе вместе. Православная церковь Святой Иван. Что-то как-то оживлен участок, посмотрите. Ну, добрый день. Добрый день. Православная церковь Святой Иван Евангелие даром дали. Для прочтения. Пожилым людям. С таким шрифтом хорошим. Хороший шрифт, да. Возьмите. А где же находитесь вы? Мы находимся в православной церкви. Ходим в Покровске, иногда в Никольске ходим. В Никольске, я в Никольске хожу. Да, но мы туда не часто ходим, лично я не часто ходим. В Покровском? Да, я в большие праздники хожу. Ну. Здесь заходите, у вас интернет дома есть? Есть. Дай брат, пожалуйста. Вот здесь у нас сайт православный, форум. И есть такой YouTube канал, где все видеоролики со всего мира. У нас там свой есть канал православный, зайдете там. Ну это ж внучка мне, я толкую. Ага, вам все это пояснит. Все. Храни вас Господь. Вас тоже храни Господь. Воскресется душа. Вот, Евангелие у меня еще кончилось. У меня тут есть. Слушай, вот бери. Отсюда, без разницы. Визитки же. Православная церковь Святой Евангелие. Даром дали. Добрый день. Не лезь ко мне. Этот жест. Не лезь ко мне, говорит, а то укушу. Православная церковь, Святой Иван, я дар оставлю. Задуй спасение душе вечности. Господь поможет избавиться от грехов. Парнишка где? Жмите визитку православной сад библейский. Задут спасение души о вечности. Жизнь короткая. Ну, так, пачка. Никого нет кругом. Я думал, там перекрестком только помолился, чтобы Господь дал жаждущие души. И женщина как раз подходит. Ну и вас, на вас посмотрела. Думаю, ага, угу. Это стоп-хам, наверное. Да. Вот они, стоп-хамеры, много занимаются активной деятельностью общественной. Можно было бы им поручить тоже Евангелие раздавать. Да. Это обратиться свыше. У них совсем другая миссия. Вот это как называется. Я не против. Но. Как-то заявить по-человечески взять хорошее, а с другой стороны, ты несешь, ты же не несешь, что тебя по одной щеке удалили, в другую подставь. Прям он там прям в драку кидается. Чего ты, христианство, что ли? Хотя говорит, что давайте любить друг друга там. А Боге упоминаешь, что я тоже верующий. А видишь, а до конца-то не идет по Евангелию. Конечно, он ревностный, глупый проповедник Михаил этот. Вот. А я верующая, хожу в храм, у меня есть. А, есть? Все. Спасибо, Христос вас. Все так коротко отвечали православные.
ладно, сайт, визиточку возьмите. А мы как раз здесь и выходим, да? Где магазин-то обычно стоит? Да. Православная церковь Святой Иван Кузнецкий, 13 мороза. Омский, 11 со знаком минус. Мужчины урок погоды. А у меня есть библия, я крестьянин, я служу в церкви. А этого визиточку возьмете? Возьмите. Не сдаю, да? Да. Это немного полезно для себя. Нет, спасибо. Заодно спасение души и вечности, если вы, конечно, не веришь. Что Господь близко. Точное время представляет новогоднее международное шоу в Барнауле. Программа «Ехали медведи». Как мы жили, как мы стопали, о чем близко. Пока молодые, там многие не задумываются, а когда уже возраст, бывает поздно. Уже в любую минуту мы можем. Спасибо большое. Господи, даром дано, даром отдавай. Спасибо вам большое. Бог помощи. Давай, брат Иван. Раслан, цепь. Нельзя сказать, что даром прямо таким. Все равно. Что? Ну, за доставку такой папа. Раслан, Сколько стоит? Даром. Господь говорит, даром дано, даром отдавайте. Спасибо. Все, Бог помочь вам. А за патриарха помолитесь. Хорошо, спасибо.